вышли мы с племянником, ой, с племянником, с крестником покурить, и ни с того ни с сего вот, провалились. Я только очнулся, я говорю, Влад, дай мне, пожалуйста, руку, потому что, что, пешком, пешком поднялся, я даже, ну, в шоковом состоянии был, все. Ограждение внизу, на втором этаже. Ну да, ну вот там было так, такое же ограждение, как у нас, как мы прилетели его, почему мы, получается, сбили этим кучей, Глаш, иди сюда. Кучей бетона и своими телами. И хорошо, хоть там снег был, это самое. Я говорю, Влад, помоги мне подняться, потому что босиком, вот как это самое. Что говорят сотрудники ТСЖ? Вы сказали, что до сих пор никто не приходил. Какие были, ну, вот действия? Они вчера были и все. Я планировал, что они сегодня придут, хотя бы скажут, ребята, это самое, как ваше здоровье? Когда будут восстанавливать балкон, что говорят, кто-то звонил, не знаю, приходил? Даже, это самое, никто не звонил, никто не... Я, насколько знаю, сегодня ходили, вот соседи звонили, что всем под роспись, что нельзя выходить на балкон. Вот весь дом обошли, вот этот ТСЖ. Но это тоже глупость. Вы извините, для чего тогда они нужны, эти балконы? Я так считаю, что это глупость. Да я понимаю, что аварийно. Тогда, значит, ремонтируйте их или не ремонтируйте, или снесите их вообще.